там платформу, потім замінимо там інформацію, перевернемо в вертикальну, яку ми проводимо, яке буде виглядати пілон в залі станції. Вот это правильно, что есть стрелочка, которая не просто, не только точечка, и ты дальше потом начинаешь себя искать в этом пространстве. Вот эта иконка вообще. Что это, эскалатор? Угу. Я бы лучше, может, конечно, акцентировал, что это переход между двумя станциями. Ну, то есть, дело же как бы в следующем. Он у тебя будет осмысленно работать в том случае, если у тебя есть один проход с эскалатором, а второй без эскалатора. Тебе нужно найти тот, который с эскалатором. Ну, так по сути есть, ты можешь выбрать между этим и этим. Белый нужно смотреть без подсветки, потому что мы точно знаем, если мы будем делать белый, светить его не надо. Вертикального расстояния между станциями, оно слишком тесно. Так, да? И электричку нужно подписывать где-то, которая на вокзале. Ну, по всьому виходить, що темний фон лайтбоксів працює краще. Будемо ще обговорювати, але в цілому ніби все задоволено. Чудесно, интересно, надо работать дальше. Я готов пока сказать, нужно переварить это. Отлично, понятно, что делать дальше. Еще надо пробовать. Класс, вообще класс. Все надо менять. Возвращаться в начало и все менять. Видно явный прогресс в работе. Явное улучшение. Так кажется, что черный фон стоит получше в подсветке. Потому что за счет того, что подсвечивается контент, а не фон, його лучше видно. Ну, здається, ці лайтбокс робили перед Євром, в 2011 році. Mm-hmm. Так, показателі не можуть їх показати.
Короче, это предмет кабинетного дизайна, девайте это.